вообще подаешь на Карпинскую или на Карпинскую и науке? Здесь пересечемся, я пойду домой пешком, а ты... Да мне легче до вас дойти. Ну смотри, потому что... Давай, короче говоря, да я из работы выхожу уже. Да тебе легче зайти, Рома. Потому что мне надо, мне там коробку конфет подарили, я хочу отдать. Куртку там лейвановскую на возврат надо, легкую. И вот то, что я купила из продуктов, как бы так. Кое-что, чтобы иди мне сразу, завтра не тащить. Иди. И вот книжку мне вот интересную принесли. «Сон доктора», «Жизнь после смерти». Ну, в общем, вот все, что ты вот любишь, почитаешь интересное. Я знаю, тебе этого накупили. Давай, короче говоря, если ты шадралом собираешься идти, то тогда давай выходи. Ладно? Да. Все, возьми только рюкзак, чтобы мне тебе все положить нормально. Или сумку, что тебе удобнее. Но там не супер тяжело, там просто объемно просто немножечко. Все, иди, езжай к Андрею. Все, приедешь, да? Подойду. Хорошо, все, давай. Будь другом. Сделай дело, чтобы мне не таскать туда-сюда эти продукты и книжку туда-сюда. Ну давай, я тебя буду ждать, давай. Ну пока. Выходи. Да.